Да, все, я снимаю. Кристина Игоревна. Да. Как вы думаете, что там такое? Честно, я не имею понятия. Мне даже жалко открывать. Это такая большая коробища, и она так упакована. Осторожно. Нужно вот это сейчас. Я могу вам дать инструмент. Нож. Да. Будет проще. Но... потому что так запаковано вот на этими совесть. Вот руками, да. На совесть, как твой папа ножку к стулу приклеил. Ну так. Да, папа. Ну, у меня получается без ножа. Но ты это первые слова. Их там четыре. Серьезно? Да. Ну ничего, сейчас я. Я в предвкушении. Я в таком предвкушении. Это подарок на 14 февраля, Коля? Ну, в том числе, да. Ну, запаковывать я смотрю, да, ты мастер. Вот. Я просто хотел растянуть удовольствие, знаешь, как в киндер-сюрпризе, когда ты ждешь и не знаешь, что там. Да, я, кстати, и вот этот процесс. Я очень любила делать Наде такие подарки. Я покупала большую коробку, напихивала в нее там бумаги всякой, этой ерунды, и клала туда маленькую коробочку. Ну, там вот. Коробка в коробке. Вот, и клала туда маленькую подожди, коробку. Подожди. Нож, ее нож, можно нож. Достать. То есть да? Отдельно, да. Лучше достать? Ну, можешь, как бы, там еще просто такой есть момент. А мне кажется, просто ты можешь перевернуть, взять за бумагу, перевернуть, и она, возможно, выпадет. А пока падает у нас только телефон. А сейчас выпал, да, только телефон. Вот так вот? Ну да, давай попробуем. Получается? Нет, так не выпадет. Ну, порви ты упаковку уже. Ну, мне так жалко. Ну, в принципе, ладно. Так. Мне понадобится нож. Что ты упаковал просто? Мне так интересно, что ты будешь упаковать. Подожди, покажи там еще этот. Такая есть штука. Посмотри. Что это такое? Что это такое? Сейчас покажем нашим зрителям. Давай. Что? Видишь, как креативно? Ка. Да. Причем можно как бы этот... Как ты думаешь, что это? Я не знаю. У меня до последнего нет никаких... Ничего у меня нет. Можешь просто потянуть за бумажку. Вытягивай прямо все целиком. Так. А-а-а, да ладно! Да ладно, серьезно? Ты решил купить мне кальян. Я зашел в магазин. Оля. Просто, подожди, я сейчас просто боюсь что-нибудь сломать. Слушай, вообще, он какой-то очень крутой. Коля, блин, как его достать? За бумагу тяни. Нет, я боюсь тянуть. Не-не-не, все нормально, как бы она плотная. Просто возьми вот, ее вот, так, вот да. Так, вот? Так, возьми. Да. Давай, давай. Аккуратно, там вот смотри, еще. Вот. Да, и вторая штука. С этой стороны? Угу. Обалдеть, какой он крутой, обалдеть, Коля, спасибо, не снимай, не снимай, спасибо тебе большое, спасибо. Для тебя, заяц, специально. Я счастлива. Да? Там да. Еще у тебя этот, есть штучки, да, там две. Да, две штучки. А, да, вот давай покажем еще штучки.
Блин. Походу, мы сегодня собрались с Надей поехать на кухню покушать. Но нет, я позову ее к себе. К тому же Аня с Егором оставили у меня табак и угли. Ну, вообще, видишь, я как в воду глядел. Так, эта штучка, ты мне сейчас будешь все рассказывать. Там на кнопочку нажать, я тебе туда даже закинул батарейки. Правда, они не сильно... А что это такое? Да ладно. А, угу. Подсветка. Обалдеть, серьезно? Для кальяна? Чтобы выключить, просто зажать и подержать. Почему у меня сел телефон? Я бы сейчас такую красоту бы тут тоже снимала. Вот. Обалдеть. Так, подожди, еще у меня где-то есть. Еще одну, которую мы сняли и куда-то положили. А куда мы положили? Не знаю. Так. Вот она. Так. Ну, и это непосредственно у нас для табака. Какая крутая штука, Коля, просто вообще. Я такая счастливая. Так, подожди, я боюсь ее вставить. Она там, такая прорезиненная. Там ее, да, снять сначала надо, мне кажется. Это просто я упаковал. Да. Да. Ну, примерно так. Обалдеть. Он такой крутой. Он очень стильный. Он очень классный. Я сама себе завидую. Это мой кальян. У меня есть кальян. Спасибо. Спасибо большое, Коля. Ну, я рад, что тебе понравился. Да. Вот, много не кури, вредно говорят. Выключай.